привет! Мюзикмаг с вами. Многие задумывались о том, чтобы подарить на день рождения кому-нибудь знакомому музыканту или вообще знакомому просто человеку, который интересуется музыкой. Чтобы потратить так денег не очень много и чтобы подарок был такой не особо дешевый и пригодился в хозяйстве, компания Blue Microphones, о которой мы снимаем видеосюжеты, о их продукции, сделала такой вот замечательный микрофончик, который подойдет как подарочный вариант своему знакомому, другу, музыканту, да и не только. Речь идет о вот таком вот замечательном красивом устройстве. Это USB-микрофон, который называется Tiki. Коробочка интересного дизайна. Откроем ее, посмотрим. Сам по себе микрофон. Микрофон – это вот такая вот USB-флешка, которая содержит в себе, собственно, USB-разъем для подключения к компьютеру и микрофон. Сеточка металлическая с двух сторон. Кейс такой замечательный, переносной кейсик для данного микрофона. В этом кейсе мы видим USB, удлинитель. Нужен, опять же, для того, чтобы, например, использовать двустороннюю запись, вы включаете разъем, далее подключаете к USB. Микрофончик Blue у нас подключен, он загорелся синим цветом. Немножко подождем. Он загорелся красным цветом. Опять красным цветом. Как вы можете заметить, когда я разговариваю, он синий. Когда не разговариваю, он красный. Что это такое? Это специальная технология, которая была разработана компанией Blue Microphones вместе с компанией Isotope. Компания Isotope, она славится своими всякими VST-плагинами для аудиосеквенсоров для обработки звука. Микрофон нужен для того, чтобы писать речь в шумных помещениях. Если вы проводите интернет-конференцию и находитесь в помещении, где шумно, и другой человек, с которым вы общаетесь, тоже находится в помещении, где шумно, то решить эту проблему помогает именно вот эта технология, которая позволяет, технология Voodoo, вам, кроме речи вашей, ничего не записывать. Все происходит очень просто. Вы говорите в микрофон, и записывается только ваш голос. Далее. У меня здесь вот на микрофончике сбоку есть кнопочка. Если я ее нажму, вот такой вот замечательный, поменял цвет микрофон. Что это значит? В данном положении микрофон снимает просто звук, как конденсатный микрофон. Если вы играете на гитаре или, опять же, просто разговариваете, и вас не смущают посторонние шумы, то вы можете писать именно в этом режиме. Качество записи у него 4416, что приемлемо. Аудиофайлы данного микрофона записаны в разных режимах, будут доступны. В этом видеосюжете вы сможете ознакомиться и решить, нужно вам это устройство или нет.